при нижнем ракурсе рисования портрета очень сильно будут сокращаться вертикальные части лица, такие как лоб, нос, носогубная. И наоборот, нижние плоскости, которые не видны при фронтальном положении, раскроются и станут значительно больше. Уже на этапе рисунка мы сразу же закладываем объем, выявляя и тонируя те плоскости, которые находятся в тени.